в игровом плане, кроме один отрезок, вторую партию, в которой мы опустили давление, которое ставили Узбаса до этого момента, начали ошибаться, была ситуация, в которой 4 ошибки подряд. Такие ситуации, хорошая команда, такое количество ошибок очередные не делает. Первые мячей 10, наверное, пытались привыкнуть к шуму. Немного другая акустика, большое помещение, большое пространство. Немного тяжело, плюс болельщики всегда в Кемерово болели очень активно и очень громко. Но после 10 очков чуть привыкли и начали получать удовольствие от волейбола. Даже такое поражение – это опыт. Несмотря на то, что в первом круге мы встречались здесь дома даже с «Зенитом», мы все равно какую-то игру показывали. Здесь «Локомотив» не дал нам шанса показать никакой игры. Да, безусловно, на мой взгляд, сегодня не хватило уверенности, что ли, да, уверенности в своих силах. Не в победе, да, а именно в своих силах. Я думаю, что каждый понемногу перегорел, да, наверное. То есть все ожидали, конечно, даже, ну, я имею в виду игроки, более хладнокровно от себя игры, да, но, наверное, эмоции все-таки, какая-то эйфория домашнего великолепного зала, да, великолепной атмосферы. То есть, наверное, сыграли сегодня лучшую песню.